Всем привет! Ну что, снять обзор нашего нового автомобиля оказалось довольно-таки непросто. Первоначально мы хотели поехать с нашими знакомыми в лес, немножко прокатиться и в некой динамике снять обзор. Но на улице было минус 20, очень много снега, и несмотря на то, что у нас было три машины, и одна из этих машин была Nissan Patrol на 37-х колесах, нам пришлось довольно тяжко, и в основном мы копались. Поэтому обзор так и не сняли. Небольшая нарезочка о том, как это было. В конце нарезочки будет небольшой отзыв, особо ли двух владельцев Nissan Patrol. Так что, поехали. Ждем ребят, заправились и погнали. Ну а едем мы вот такой компанией. Там вообще сзади какой-то монстр стоит. Травимся мы старым проверенным способом, откручиваем ниппель, считаем до 15. Здесь где-то 2,4, может быть 2,5 давления. 15 секунд и где-то приблизительно до единички опускает. Сегодня жутко холодно, поэтому как только я достаю телефон, снимаю минутную речь Кирилла, пальцы просто отмерзают. Колесики стравили, включаем пониженную и поехали. Не успели мы чуть-чуть отъехать и уже сели. Патруль Андрюхин практически в соке, тоже на 32-х колесах, тоже повис. А я чуть впереди тоже сел. Вот они, мужики. Взяли и сели все втроем. Смотри, вообще, да, отдельно друг от друга кабина, это. Все так. Блин, не, ну кунг у него прикольный, конечно. Ну вот, кстати говоря, вот фактическое сравнение легендарных внедорожников и вот Марселла. И я считаю, очень даже... Не, он достойный. Так колеса бы он повыше, побольше бы. Вон он уже набивает целину, там, где мы копали лопатами. То есть мы там еще не копали. Теперь можно приступить непосредственно к рассказу и обзору нашего нового автомобиля. Еще раз повторюсь, это ГАЗ Соболь 4х4. Фермер, по-моему, по циферкам 3009DM он называется. Вообще, честно говоря, как мы выбрали этот автомобиль, как обычно, у нас все совершенно случайно. Выбирали мы из ГАЗ Соболь 4х4 обычный автобус, даже рассматривали УАЗ Профи. Ну и немножко ГАЗ Соболь Фермер. Когда я разместил небольшой постик о том, из каких моделей мы выбираем, мне написал знакомый Леха Климов о том, что как бы его знакомые, компания Терранавтика, которая занимается всякими там путешествиями, продают свою техничку. И вот она,
Это самая техничка. Машина использовалась как машина сопровождения. То есть ехало несколько кемперов на базе, по-моему, фиатов. А это в этой машине ехала вода, внедорожное снаряжение. В общем, на тот случай, если вдруг какие-то машины застрянут или что-то еще случится. Ну и, соответственно, теперь мы владельцы этого самого автомобиля. Автомобиль достался нам не новый, но с минимальным пробегом. Это порядка 25 тысяч километров. При этом он не эксплуатировался зимой, и он абсолютно не эксплуатировался в городах. То есть эту машину возили на автовозе на Алтай, на Кавказ, по-моему, на Кольский. И при этом, соответственно, она проходила техническое обслуживание, ну, гораздо раньше, чем это необходимо. То есть после каждой поездки машина приезжала, меняли там все жидкости, соответственно, все масла, все протягивали, все проверяли, потому что эта машина всегда должна была быть полностью исправно. Ну и, конечно, то, что эта машинка была в руках моего хорошего знакомого, Лехи Климова, да, соответственно, которому я доверяю, и который, я очень надеюсь, Леха, если что, я знаю, где ты живешь, плохого не посоветует. Но при этом машинка использовалась по назначению, то есть она ездила не по асфальту. А это тоже накладывает некие ограничения. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Приступаем к обзору автомобилей и рассказу того, какие аксессуары, какое оборудование, в общем, что на нем установлено. Это все было именно вот так вот, как нам достался автомобиль. Начнем спереди. Силовой бампер рифовский. Здесь была установлена спереди лебедка. Нам она досталась без лебедки. Лебедку мы будем ставить, о ней отдельно расскажу. Бампер, скорее всего, этот мы будем снимать, продавать или складывать в гараж, потому что бампер очень тяжелый. По-моему, он весит в районе 70 килограмм. А так как у Соболя морда довольно тяжелая, потому что двигатель вынесен за передний мост, и лебедку спереди я тоже не хочу вешать, поэтому, наверное, бампер в топку. Силовой бампер вообще, конечно, спорный вопрос. Кто-то говорит, что без него невозможно, кто-то, наоборот, противник. Там, мы скорее относимся к противникам. Хотя, кстати, бампер у нас вписан. Да, кстати, это небольшой инсайт, об этом я попозже в ролике расскажу. Все изменения, все, что здесь сделано, и даже больше, вписано и зарегистрировано. Но мне кажется, что я вполне могу себе позволить снять железный бампер и поставить пластиковый. Потому что пластиковый сертифицирован в составе этого транспортного средства. Хотя, черт его знает, наши гаишники, они могут придраться к чему угодно. Как думаете, вообще можно это сделать? Также здесь уже установлена защита радиатора. Дело в том, что радиатор штатно на Соболе, на Газели располагается довольно низко, и при этом он крайне плохо защищен. Дело в том, что бампер пластиковый, банально, особенно это зимой или летом, вот когда ты в грунт куда-то упираешься, бампер прогибается. Соответственно, так как радиатор находится на подвижной рамке, он сдвигается. И довольно часто двигатель его своей там электромуфта или вискомуфта. Я, честно говоря, не помню, что у нас стоит здесь. Но вот, он, соответственно, его разрушает. Поэтому защита радиатора на Соболе, на Газели, если этот автомобиль собирается использоваться на бездорожье, это первое, что необходимо сделать. Здесь это уже есть. Следующая внедорожная штуковина – это шноркель. Изначально шноркель был придуман, насколько я знаю, для того, чтобы защищать автомобили от пыли. То есть это для пустынь. Мы в основном его используем, ну, в нашей, скажем так, в нашем регионе, как защиту от воды, чтобы преодолевать водные препятствия. У нас он уже стоит, и это как бы хорошо. Шноркель на Соболя подходит от автомобиля Mitsubishi Delica. То есть, скажем так, целенаправленно на Соболя никто шноркеля не выпускает. Переходим к колесам и все, что с этим связано. Здесь установлена 32-я резина 265/75 R16. Довольно такие крутые колеса. Это Wrangler MTR с кевларом. Но, честно говоря, нам они достались довольно поюзанные, причем поюзанные с одной стороны. То есть вот с внешней стороны оба колеса сточены практически в ноль. Хотя внутренняя часть довольно бодрая. Я могу предположить, что это связано, ну вернее, это может быть связано с несколькими причинами. Первое, хреновая балансировка. Второе, это проблемы в шкварнях.
Но, соответственно, тоже странно, наверное, одновременно в двух. Не знаю. Ну, или у нас нету чего там развала на этом автомобиле. Есть только схождение. Могу предположить, что из-за неправильного схождения тоже может быть, тоже могут стачиваться как внешние, так и наружные части неравномерно. Раз мы заговорили про колеса, то необходимо рассказать, каким образом они здесь установлены. То есть штатный Соболь, колеса такого размера не влезут. Штатный Соболь, по-моему, 225 на 75 колеса. Для того, чтобы поставить такую резину, был сделан бодилифт 50 мм. Кстати, он тоже зарегистрирован. И вот спереди, насколько я вижу, установлен дополнительный лист рессора. Но дополнительный лист рессора был установлен, насколько я понимаю, еще и из-за того, что тяжелый силовой бампер. Поэтому, когда мы его снимем, скорее всего, я от одного листа избавлюсь, потому что в штате здесь идет два листа, и этого вполне достаточно. При этом подвесочка более или менее тогда станет, как мне кажется, лучше отрабатывать. Также здесь установлены уже классные амортизаторы Plaza TZ, которые, кстати, делает мой хороший знакомый Денис Козлов в Санкт-Петербурге. Ссылочку на него обязательно оставлю. Это хорошие, дорогие, не то что хорошие, это лучшие амортизаторы на Соболь. Они у нас были на Газельке, и нам повезло, что этот Соболь нам достался уже с такими амортизаторами. Также видно по колесным аркам, они ничем не обработаны, но, соответственно, ржавчины пока никакой нет. Но мы обработаем, потому что мы планируем все-таки использовать автомобиль и в зимние, и в городах. Поехали дальше. Наверху над кабиной стоит, ну, некий экспедиционный багажник. Честно говоря, не знаю, зачем он нужен, потому что что-то туда положить или что-то оттуда достать, это, наверное, что-то невероятное. Хотя можно закинуть какую-нибудь лодку, например, которая, возможно, нужна будет один раз за поездку. Но, скорее всего, мы его снимем, а может быть, и оставим. И самая главная, самая большая часть – это некий экспедиционный модуль. Еще раз напомню, машина использовалась как машина сопровождения, как техничка, поэтому здесь куча всяких разных отсеков, куча рундуков, в которых там холодильники лежали, еда, напитки, там внутри 300-литровый бак под воду, но нам это ничего не нужно. Кстати, модуль алюминиевый, потому что, ну, у нас нет столько вещей, чтобы возить их с собой. Поэтому вся эта конструкция будет демонтироваться и продаваться. Если кому-то она, кстати, нужна, пишите. Вдруг кто-то хочет организовать техничку себе. Можно поставить на прицеп, да, там возить что-то. Можно сделать какую-нибудь полевую кухню. В общем, в комментариях там, да, там или в контактах где-нибудь пишите нам. Не знаю, насколько это интересно, что там смотреть, но открою, покажу. Соответственно, тут огромные ящики. Так, что там? А, тут даже вот какая-то есть штучка. Это, наверное, как-то вот так вот. Да. Этот закрыт у меня. Этот вот даже вот с таким столиком. Этот. Тут какая-то, по-моему, плита была выдвижная. Ну, особо ничего интересного. Раз речь пошла о модуле, то обязательно стоит сказать о том, что здесь стоит очень классное крепление этого модуля. То есть он независим, ну, скажем так, имеет степени свободы относительно рамы. То есть у него трехточечное подвижное крепление. Спереди два таких вот шарнирчика, а сзади вот такой шарнир. Для чего это сделано? Потому что на Соболях, на Газелях рама достаточно подвижная. Здесь рама П-образная, так как, такая же, как на ГАЗ-66. А многие, наверное, видели, когда вот ГАЗ-66 едет, у него по бездорожью, у него кабина относительно кузова прям гуляет караул. И чтобы не рвало ни модуль не сдерживал раму в своих похождениях, здесь установлено вот такое вот нестандартное крепление. Только когда я приобретал этот автомобиль, я узнал о том, что
Рама здесь газелевская. Вы спросите, какая разница? Разница есть. Рама-то может быть она такая же приблизительно, как у Соболя, но всякие различные кронштейны, это там кронштейны рессор, кронштейны амортизаторов на газелячей раме, они, скажем так, гораздо такие вот более силовые. Ну и, конечно, внимательный зритель наверняка обратил внимание, что здесь располагается бак. Те, кто не знает, по умолчанию на газели, на бортовых газелях, соболях, бак расположен с левой стороны. Это дополнительный топливный бак, который нам тоже достался в штатной комплектации этого автомобиля. Перекачка организована просто обычным переключателем. То есть отсюда топливо перекачивается в основной бак. Тем самым у нас уже на этом автомобиле запас топлива порядка 120 литров. А соответственно, при среднем расходе, ну как я могу предположить, вот на газели у нас был порядка по трассе 12,5 литров. Ну, здесь не думаю, что должен сильно отличаться. Получается запас хода почти 1000 километров по трассе. Ну, там, километров 600-700 в таком смешанном режиме. Это уже круто. На данном автомобиле установлены пневмобаллоны. Пневмобаллоны рифовские. Для чего они нужны? Многие думают, что пневмобаллоны нужны для того, чтобы автомобиль стал более комфортным. Ну, наверное, не совсем так. Пневмобаллоны нужны для того, чтобы компенсировать нагрузку. То есть, загрузил автомобиль, подкачал чуть-чуть, выкинул груз, спустил баллоны. Здесь установлены сзади тоже трехлистовые рессоры. Я не знаю, были ли они по умолчанию или сюда добавили один лист. Но, честно говоря, вот тут мне немножко не очень понятно. Дело в том, что если установлена пневма, то зачем здесь три листа? Я думаю, что вполне можно от одного избавляться, оставлять два листа и как раз пневмой компенсировать уже жесткость подвески. Пока мы движемся по днищу автомобиля, по нижней части, по раме, обязательно стоит рассказать о том, что здесь установлена нештатная раздатка. Штатная раздатка была, кстати, порвана, и вместо нее поставили раздатку от ГАЗ-66. Да, это возможно. И на самом деле каждый владелец автомобиля ГАЗ Соболь 4х4 знает о том и держит в голове то, что когда-нибудь он, возможно, поменяет себе обычную заводскую раздатку на раздатку ГАЗ-66. Чем отличается раздатка ГАЗ-66 от штатной раздатки Соболя? Ну, первое, самое главное, это надежностью. Я думаю, что, скорее всего, здесь развалится все, а раздатка ГАЗ-66 останется, потому что все-таки она была сконструирована и использовалась на грузовике. Но при этом, естественно, комфорт и плавность, она несопоставима с заводской раздаткой Соболиной. Дело в том, что на Соболе установлены, по-моему, косозубые шестерни, а в ГАЗ-66 прямозубые. И за счет этого, скажем так, идет от нее большая вибрация. Но еще, чем очень важным отличается, это передаточными числами. Дело в том, что штатная раздатка соболиная, у нее прямая, не совсем прямая. То есть у нее прямая передача идет уже с понижением 0,7. То есть 0,07, то есть 7%. И понижайка это, по-моему, 1,86 вроде бы. Поправьте меня, если я ошибаюсь. А вот раздатка ГАЗ-66, у нее прямая передача 1. А понижение 1,92, тоже, если я не ошибаюсь. Соответственно, плюс-минус мелочи, но понижение получается гораздо больше. Дело в том, что на Соболях, к сожалению, как на УАЗике, невозможно пойти в магазин и купить кит-комплект в раздатку и сделать понижение, например, 3. Поэтому все с этим борются как могут. Некоторые ставят раздатку от ГАЗ-66, некоторые ставят две раздатки от ГАЗ-66 последовательно друг за другом. Тогда одна раздатка получается становится неким просто делителем. Кто-то конструирует и ставит раздатки от иномарок. Соответственно, кто-то даже ставит раздатки от УАЗика, там, переворачивая ее. Потому что редуктор на переднем мосту у Соболей, он с левой стороны, а у большинства внедорожников с правой. То есть выход с раздатки на передний мост с левой стороны. По поводу установки раздатки от ГАЗ-66, параллельно с ней были заменены карданы
раньше стояли заводские на шарусах, сейчас установили на крестовинах. С одной стороны, это плюс с точки зрения надежности и ремонтопригодности. С другой стороны, они создают большую вибрацию. А вибрация, кстати, есть. Я, правда, не знаю от чего. Где-то с 95 до 105-110, наверное, ощущается легкая, не сильная вибрация. От чего она может быть? Она может быть от колес как раз. От того, что они там неравномерно сточены, а, соответственно, скорее всего, плохо отбалансированы. Потом она может быть, опять же, наверное, из-за неправильной регулировки схождения. Она может быть из-за карданов на крестовинах, там, может быть, они плохо отбалансированы, может быть, сами по себе. Может передаваться вибрация от раздатки, но она не очень существенная. Я думаю, постепенно мы придумаем, как это побороть. Но без хорошего понижения, конечно, нормальному внедорожнику не обойтись. Честно говоря, не знаю, что мы с этим будем делать, потому что на «Газели» нам не хватало понижения. Пока покатаемся, посмотрим, а там, может быть, что-нибудь придумаем. Сзади висит запасное колесо. Кстати, запасное колесо новое. Я когда про колеса говорил вначале, что два передних колеса на выкид или на запаску. Поэтому, скорее всего, это колесо мы поставим одно вперед, докупим к нему новое, если у нас получится. Потому что санкции-то на нас не действуют, но с американской резиной нынче проблемы. Я, честно говоря, не смог найти в продаже данные колеса, хотя довольно распространенная резина. Здесь, кстати, вот расположены два соска, это подкачка левого и правого баллона, пневмобаллона. Соответственно, вот это вот, это кран для воды из бака. И здесь же установлена площадка под лебедку, потому что здесь была вторая задняя лебедка. Скорее всего, эту площадку мы будем использовать. Вообще, я планирую оставить одну лебедку, лебедку сделать в базе, возможно, через блок ее пропустить и вывести вперед. То есть, тем самым, одной лебедкой мы сможем лебедиться через блок назад или вперед. На крыше видны два вентилятора. Это вентиляторы кондиционера. Опять же, нам повезло, в машинке уже установлен кондиционер, но, соответственно, мы его будем переносить. Как он правильно? Конденсер, по-моему, называется. Я думаю, что мы его поставим спереди, потому что крыша высокая, и ставить вот эту вот нахлобучку на крыше как-то не очень хочется. Совсем забыл рассказать. Что очень важно, Соболь 2018 года выпуска с дизельным двигателем Каменс. Сейчас покажу. Тут довольно пыльненько, довольно грязненько. Кстати, вот здесь видно, как подключен шноркель. Вот вывод в крыло. Видно, что уже удален ЕГР. Соболь вроде как-то прошит, по-моему, до 150 лошадей. Но, честно говоря, как-то мне не сказать, чтобы очень нравится, как он едет. У нас газелька была, правда, прошита до 170 лошадей, но она была гораздо более бодрая. Но мы меняли пары. По-моему, штатные пары в мостах это 4,3 на дизельных соболях. А мы ставили 5,125. Но у нас колеса были побольше чуть-чуть. В общем, не знаю, с прошивочкой надо будет еще помудрить, посмотреть что-то. Оцените, сколько здесь места в подкапотном пространстве. В прошлой нашей машине Mitsubishi Pajero Sport 2 тут все было битком. А здесь же можно прям чуть ли не самому внутрь залезть, к чему-то подлезть. Ну что, наверное, пора переходить к рассказу о салоне. И начать стоит, наверное, про то, как вообще сюда попадать. Ну, то есть, понятно, передние сиденья, открыл, сел. А как же пробраться на заднее, когда тут нет дверей? Хитрые газовские инженеры долго, видимо, не думали над этим. Они взяли обычные передние салазки, развернули их на 90 градусов и тем самым сделали так, чтобы это сиденье двигалось не вперед-назад, а вправо-влево. Здесь образуется пространство для того, чтобы можно было пробраться на задний ряд. Ну или, на самом деле, можно отодвинуть его сюда и пройти через серединку. Ширина салона, по-моему, в районе 80-180
284 сантиметров. И это, конечно, один из самых больших бонусов этого автомобиля. То есть я могу практически в полный рост лечь поперек кузова. Количество регулировок переднего пассажирского сиденья сводится, по сути, всего к одной. Это наклон спинки. И то осуществляется он таким вот довольно кустарным способом. Нужно очень долго крутить вот эту вот ручку. О том, чтобы изменять высоту, двигать вперед-назад, не говоря уже о всяких там каких-нибудь поясничных упорах, там еще о чем-то, нет. Все максимально просто, как на войне. А, ну и у водителя по сути то же самое. Только единственное, что да, водителю повезло чуть больше, ему не нужно двигаться поперек салона, поэтому у него эти же самые салазки используются для того, чтобы двигать сиденье вперед или назад. На дворе 2021 год. Пока мы находимся в салоне, я тогда расскажу о том, что у нас здесь, какие основные отличия от заводского автомобиля. Ну, как я уже говорил, это кондиционер, кнопочка включения, это музыка. Также у нас установлены здесь уже дверные карты от автомобиля Газель Next. Вот здесь та самая перекачка топлива. Правда, сейчас она не работает. У меня есть предположение, так как автомобиль использовался только летом, то в нем была, вообще, когда я забирал, в нем была летняя солярка. И отчасти он даже немножко замерз. И у меня есть боязнь, что, возможно, в магистрали из правого дополнительного бака в левый осталась летняя солярка, которая сейчас находится там, да, там в таком вот состоянии парафина. И поэтому перекачка не работает. Ну или, может быть, сдох насос. Там разберемся. Дальше. Здесь установлена дополнительная выбаста. То есть это заводская выбаста, так называемая мокрая, да, предназначена для того, чтобы прогревать двигатель. Дизельный двигатель перед тем, как заводить зимой, да и просто в прохладное время, лучше прогреть выбастой. А в дополнение к мокрой выбасте установлена сухая, так называемая автономка. Забор топлива осуществляется из бака. То есть банально мы можем, не заводя двигатель, повернуть вот этот вот рычажок, включить печечку, и она будет обогревать этот салон без завода, заведения, завода. В общем, без того, чтобы не заводить... Черт. В общем, для этого не нужно заводить двигатель. Вот так вот. Ну и для тех, кто не знаком с трансмиссией газовской, рычаг переключения скоростей и два рычага включения полного привода и подключения понижайки. Причем у нас стоит раздатка от ГАЗ-66, на новых Соболях стоит новая раздатка, но механизм абсолютно такой же, два рычага. Один рычаг подключает полный привод, другой включает пониженную передачу. И на самом деле вот эти вот все три рычага и все, что их связывает с коробкой, с раздаткой, потому что там под днищем проходят тяги такие длинные достаточно. Это является одним из самых больших источников шума в этом автомобиле. Помимо, конечно, двигателя. Вот тут вот сейчас появится видео, которое мы засняли на трассе, чтобы вы оценили весь акустический комфорт в этом замечательном автомобиле. По трассе, конечно, ну, реально шумно. Вот сейчас я, когда включу пятую скорость, сними, Юль. Слышите, какой звук пошел? Черт его знает, я уже не помню. Может быть, так и должно быть на газелях, там, соболях. Ну да, это минус. Шумный двигатель. Плохая шумоизоляция, вернее, как плохая, она полностью отсутствует. И, конечно, шум от трансмиссии. Сейчас мы едем километров, наверное, 90 в час. Как на самолете летим. Но это все довольно мелкие недостатки по сравнению с тем преимуществом, которым обладает данный автомобиль. Это большая кабина. Ну а, соответственно, если мы говорим о цельнометаллическом там кузове или автобусе, это огромный салон. Подобных автомобилей
с полным приводом, с нормальным полным приводом. Мы не говорим там о Mercedes-Benz Sprinter, там, о каком-нибудь Volkswagen, как он там, Multivan, еще что-то. Это не внедорожники. То есть это рамная конструкция, два моста. Кстати, забыл сказать, электронная блокировка в заднем мосту, которая прям вообще огонь. Нужно будет поставить обязательно вперед, если Юлька разрешит. Соответственно, два моста, рамная конструкция, пониженная передача. То есть все, что нужно для того, чтобы с уверенностью преодолевать довольно серьезное бездорожье. Колеса только нормальные нужны. Ну, из мелочей еще я забыл. Это сигнализация, камера заднего вида. Да, пожалуй, все, наверное. А, коврики. Как-то они по-модному называются. Эва. Не знаю, насколько это круто, но они есть. Ну, конечно, чтобы оценить объем кабины, нужно здесь оказаться. Ну, я, например, пройдусь вперед, сяду на сиденье. И вот это сделать достаточно просто. Высота здесь примерно 150 сантиметров. Наверное, нечестно было бы с моей стороны разместить такую заманчивую анонсовую картинку и не рассказать в итоге о планах. Но мы немножко так подзамерзли, уже холодно, поэтому сейчас быстренько мчим домой. И за чашечкой кофе я вам расскажу о планировке и о том, что мы будем переделывать в этом автомобиле, почему и как. А перед тем, как приступить к следующей части, хотел бы вам напомнить о том, что у нас есть два замечательных инстаграма. Это у Юли и теперь у меня. Юля в своем инстаграме в основном размещает такие прям красивые фоточки, обработанные из путешествий. Я же не парюсь и выкладываю все подряд. Ну, во всяком случае, буду выкладывать. Поэтому в инстаграме вы узнаете все гораздо быстрее, чем на ютубе. Ну, потому что, к сожалению, монтировать видео и снимать гораздо сложнее и трудозатратнее. Поэтому обязательно подписывайтесь. Вот мы и дома, поэтому быстренько приступаем к рассказу о наших планах по постройке экспедиционного автодома. В общем, если вы вдруг забыли за эти несколько секунд, как выглядит наш автомобиль, показываю вам. Напомню, что нас здесь не устраивает. Первое, это силовой бампер. Выглядит, конечно, он красиво, но весит он 70 с копейками килограмм. И предназначен для того, чтобы устанавливать в него лебедку, а это еще полтинник. То есть 130 килограмм вот здесь вот на носу. С учетом того, что и кабина смещена чуть-чуть вперед. То есть мне кажется, что морда автомобиля будет перегружена. Дальше, вот этот вот багажник. Не очень понимаю, зачем он, как туда забираться, что туда класть, если только, я не знаю, зимой возить замороженную курицу там или еще что-то. Вот этот вот модуль классный, алюминиевый, легкий, на подвижной раме, с кучей отсеков. Но мы не возим столько вещей. Там многие писали, там, вам нужно торговать булочками, там еще что-то. Да, возможно, но на самом деле модуль больше подойдет для компаний, которые занимаются техническим сопровождением экспедиций, поездок, или же, например, каким-то ремонтным бригадам, там еще что-то. Поэтому его мы снимаем и выкидываем. Ну и самое главное, на его месте должен появиться жилой модуль. Мы же все-таки строим экспедиционный автомобиль. Вот отсюда мы, скажем так, подсмотрели идею. Это испанская компания Ura Camper. Уже давно делают крутые модули, всякие разные крутые машинки. По подобной аналогии мы себе что-то хотим сделать. Быстренько пришлось пройти небольшие курсы по рисованию в SketchUp и что-то накидать. Но для начала, да, расскажу идею. Идея использовать универсальный автомобиль. То есть такой термин flatback, то есть грузовая платформа. То есть а на нее ставится все что угодно. Вот мы хотим подобную же штучку. То есть у нас на Соболе будет грузовая платформа прямая, на которую будет ставиться модуль. При желании мы модуль сняли и используем автомобиль как грузовичок. Потому что мысли о строительстве дома все равно никак не покидают нас. Поэтому, как вы уже видели на анонсовой картинке, вот такая вот идея родилась. Вот здесь вот будет вот эта вот платформа. Здесь будет ящик на схемке, я покажу. Жилой модуль. Вот здесь вот высота порядка, вот тут вот порядка 150 сантиметров. Это не так много, но с другой стороны нормально и позволит в теории даже без подъемной крыши ночевать. Подъемная крыша, если мы где-то на природе встали, еще что-то, а банально в городе где-нибудь на заправочке, еще что-то, быстренько переночевать и поехать дальше, можно даже модуль не поднимать. Ну а теперь перейдем к моим творчествам в
кетчапе. Вот такая вот платформа будет. Возможно, она будет прямая. Возможно, она будет вот с этими самыми арочками. Вот это отдельный ящик. Почему я его сделал отдельно? Ну, планирую сделать отдельно. Потому что если я снимаю платформу, и, например, мы хотим взять, закинуть лодку, там еще что-то, и поехать без модуля, или, черт его знает, мы захотим купить квадроцикл, там, или мотоцикл, поставить на платформу и поехать кататься, то все равно какой-то отсек под инструменты, под дрова, там, еще подо что-то, да, поэтому пусть он и будет. Но он будет также съемный. Это сам модуль. Здесь будет прорезь, потому что мы планируем делать проход в кабину. Попробуем пройти внутрь. Это вот спальные места. Стол, который будет опускаться и трансформироваться в спальное место. Это спальное место для взрослых, для нас с Юлей. Дальше. Здесь будет кровать типа гамака, на которой будет класться матрасик. Это место для Платона. Здесь длина порядка 1,70 м. И при желании можно будет, да, увеличить в будущем, если вдруг Платон очень сильно начнет расти. Эта кроватка будет вот так скручиваться, сворачиваться, и днем вполне комфортно можно будет сидеть внутри. Здесь у нас будет кухонный блок, там внутри виднеется туалет. Соответственно, туалет выдвигается, шторочка поднимается. И, возможно, даже мы сделаем какой-то такой маленький летний душек. Здесь будет подъемная вот крыша. Коротко про технологию. Здесь из металлического профиля сварим платформу. Транспортной фанерой все закатаем. Ящик металлический. Ну и самое интересное, сам модуль. Модуль есть два варианта. Ну, во всяком случае, я для себя определил. Это первое. Обычный сэндвич, ну, как делают фургоны. Но за счет того, что сложная конструкция, может быть геморройно, я узнавал цены. Приблизительно мне просто за квадратный модуль такого размера озвучили порядка 180-200 тысяч рублей. Если же делать со всеми этими вырезами, выйдет довольно дорого. Плюс не очень понятно, как эта вся конструкция себя будет вести там с подъемной крышей, как ее там делать. Поэтому я склоняюсь к варианту, как модули делает Андрей Пилигрим. Вот жилые модули Андрюхи. Андрей, привет, кстати. Скоро в гости заскочу к тебе. Фанерный каркас легкий. И сверху, как это правильно называется, стекломатом, да, там обклеивается. Получается довольно такой крепкий монококон. И вот, возможно, по этой технологии мы и пойдем. Опять же, я не знаю, с целью экономии средств, возможно, саму деревянную штучку, вот такую вот, ну, обшитую фанеркой, я сделаю сам, а к Андрюхе поеду на обклейку стекломатом. Возможно, все у Андрея сделаем. Вот, кстати, Пилигрим кемпер, если вдруг кто-то себе хочет делать недорогой жилой модуль. Так что вот они, наверное, и основные планы. Ну и, конечно же, ждем ваших комментариев, критики, пожеланий. Все пишите обязательно внизу. Если это будет какой-то конструктив, то будем вдвойне благодарны. Я надеюсь, что у нас получится довольно интересный проект, поэтому обязательно подписывайтесь. Кнопочка где-то вот здесь вот. Всем до новых встреч!